Зима, снега, все как есть замело, а хорошо светло. Уполз, куда-то чего-то повез, может, как у рыбы монастырь, а то ружьё увез боярин, а мороз. Идти далеко, тяжко, а ничего, привычно. В избе-то хорошо, тепло. Мать у печи старается с утра до ночи. Топчется, мается в сенях да в кути. А куда ей еще идти? Такое наше бабье дело. Видать, тесто поспело, уходить хочет. Вот она и хлопочет. Мамонька родимая, пойти подсобить, ребят напоить, да самой попить. Ой, Глика, кадушка как есть вся во льду, а вода ключевая сладкая, только зубочки ломит. Дядя на дворе коня запрягает, сам с собой бает. К боярину ехать, а сброя вся попрела. Ну разве ж это дело? Ой, застыло, коленочки свело. Ну ты тут, Александр, не балуй. За ребятами он гляди. Ладно, тетя. Матерь помогай. Ну, благословясь.